Каждый год поминальные мероприятия, посвященные жертвам трагических событий, проводятся не только в Азербайджане и за ее пределами. В связи с этим президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым подписано распоряжение о 30-й годовщине трагедии 20 января. Несмотря на то, что азербайджанский народ 20 января подвергался военной, политической, моральной агрессии, он, тем не менее, продемонстрировал всему миру свою верность историческим традициям героизма, решимость противостоять самым тяжелым испытаниям во имя свободы и независимости Родины, не пощадив даже этого, ради этого даже своей жизни. Сыновья и дочери нашей Родины во время кровавых январских событий 1990 года, ставшие шахидами во имя свободы и независимости Азербайджана, выписали свои самоотверженности, решимости пожертвовать собой яркую страницу в героическую летопись нашего народа. Наш народ уверен, что виновным придется вести ответственность перед азербайджанским народом, а также перед историей и человечеством. Аллах Таала Камида о джаванлари ки ölkənin qorumasında zəhmət çəkirlər, əziyyət edirlər, müdafiə edirlər ölkədən. Allah Taala onları da inşallah həqiqi vətənpərvər cavanları ki can verirlər. Allah Taala o cavanlarımızı bizim cəmaatın içində böyüklətsin, cavanlarımızı vətənpərvər qərar versin inşallah. События, происходящие в жизни народа, становятся историей. Некоторые из них забываются, в то же время остаются в памяти те события, которые прочно вписываются в память. Одно из таких событий – это трагедия 90-го года в городе Баку. Самое точное определение – этому событию дал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. 19 января 1990 года является самой трагической, черной страницей, в то же время страницей героизма и мужества азербайджанского народа. Этому событию предшествовали те геополитические, деинтеграционные процессы, которые происходили на постсоветском пространстве практически в каждой союзной республике. В ночь с 19 на 20 января 1990 года по указанию генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и приказу министра обороны в Баку ввели войска. 30 лет назад büyük bir acı yaşandı ama orada şehit olan, Bakü'de şehit olan kahramanlar, bağımsızlığın ve müstakil Azerbaycan'ın, aynı zamanda Sovyetlerden dağılarak müstakil olan bütün cumhuriyetlerin sembolü oldular. Onları rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz Kırgızistan'ın aralarında olduğu Türk dünyası, bu soykırımlar konusunda ve bütün dünya, bu Azerbaycan'da gerçekleşen, Hocalı'da gerçekleşen soykırımın bilinmesi, tanınması noktasında gereken üzerlerine düşen görevi yerlere getirirler. Под кодовым названием, как будто они штурмуют Берлин или Кёнигсберг, дают кодовое название «Удар». С трех сторон вводят войска в Азербайджан. Мало того,
группа Альфа взрывает телецентр, и весь народ Азербайджана не знает, что введен чрезвычайное положение. Только в 5:30 утра, когда уже штурмовали все и всех расстреливали, народ узнает об этом событии. И чрезвычайное положение в Азербайджане снимают через полгода, в августе. Все это я так вот читаю, думаю. Все это делается, чтобы Азербайджан отдал территорию Нагорного Карабаха. Но я рад тому, что при встрече с Ильхам Алиевым в 16 году он сказал всем азербайджанцам всего мира, при встрече в Баку, он сказал, у нас один нерешенный вопрос, это Нагорный Карабах, и мы решим. В каждой истории каждого народа есть герои. Вот это простые люди, которые отдали свои жизни. Это 19 на 20 января. Аллах и Ахмят и Расин Аллах. Это шахиды, это герои народа Азербайджана.